Друзья, я там смотрел, погодка на завтра вроде наклевывается нормально. Может, даже запишем видосик, поэтому будет еще и 8 марта. Ну что, аккумулятор поставили. Делаем первый запуск после зимы. Сейчас. Сейчас мы будем делать воскрешение гелиевого аккумулятора. Нам нужно залить сюда дистиллированной водички. Электролит сюда не пойдет, так как будет разрушение пластин и так далее, и так далее. Поэтому сейчас мы вот этот процесс освободим. Будем заливать водичку. Теперь наполняем каждую баночку водичечкой. И ни хрена не понятно, сколько ее там надо залить. Ага, идет процесс. Надо, чтобы она еще настоялась там после того, как залью, и потом уже можно ставить на зарядку. А на зарядку можно ставить только импульсно, тогда он нормально зарядится. И наполняем все отсеки так, чтобы все было равномерно, ни больше, ни меньше. Итак, вид у нас приобретает вот такой, то есть должна быть полная, в принципе, по емкости одинаково. После того, как вы залили у нас водичку дистиллированную, сразу не ставим на зарядку, то есть советую дать ему настояться, там полчасика пускай постоит, а потом уже можете, в принципе, ставить на зарядку. Опять же, заряжать 6-8 часов и желательно импульсной зарядкой, потому что другой не получится его подзарядить. Импульсная будет самое то. Еще там можно резануть. Пыточка номер 2. О, что это? Вообще не надо ничего. Заверну. Вообще никаких цих. Что тут какая-то другая хуйня? Здесь. Что такое? А что он? Тут что ли? Опять? Да нет. Опять его вообще. Где? А что его? Второй дохлый, че шо, блядь? Не может быть. Из-за чего эта хуйня? Ёбаный в рот. Прикольчик. Ну что, ребята, и несмотря на то, что поставили аккумулятор на сульфатацию, потом попытались его зарядить, зарядили, и как видели, что вот буквально 2-3 попытки, и аккумулятор уходит в ноль. То есть не получилось его воскресить, где-то замкнутая банка, и все. Поэтому нужно было раньше думать, поэтому приобретаем новый аккумулятор и избавляем себя от этих всех проблем. Попытка номер 2. Сигнал есть. Другое дело. Процессом не хочет. Thank you.
дядька Лера будет пытаться заводить мопед. Если что, после зимы хоть и заводили пару дней назад. Может и заведется. Сейчас посмотрим. Давай. Уже что, стрелочка сразу поднялась, нормально? Да. Давай. Ну как, намекал? Ну ничего себе, бля, есть шансы, бля. Я... Давай, 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 я знаю, ты сможешь. Давай, давай, давай. Так, ты шо? Так, ты шо? Давай, давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Да еще трошечки. 5 minutes later. Давай, я знаю. Что, ребятки, как видели, у нас мотик протестирован, все было четко, поставили новый аккум, все обязательно, вот у меня левый плюс, правый минус, именно нужно было купить такой по размерам, в данной модели он у меня в длину был 14 сантиметров, в высоту 9-10 сантиметров, ширина там где-то плюс-минус, не знаю, сантиметров 7-8, вот. Поэтому нужно было такое. Я допустил такую ошибку, то что мотик не отключил аккумулятор вообще. Если у вас теплый гараж, то можно просто его отключить, там откинуть плюс или минус. Этого будет достаточно. Если же прохладный, холодный, то лучше вообще забрать домой, подзарядить его. Ну и в итоге все равно его нужно немножко подзаряжать перед каждым сезоном. Я этого не сделал, естественно, и не смотрел от предыдущего владельца, там уже аккумулятор был пустой, они гелевые, в принципе, идут, вот, поэтому за 2 года подушатался, я его позаряжал в прошлом году, еще как-то ездил, хватало там, ну, короче, этой зимой, как сами видели, не запустился, не получилось, пришлось покупать новый. Ну что ж, не без этого, учимся на ошибках. Система вся хорошо поработала, я завел мотоцикл специально до 101 градуса, чтобы включился вентилятор, прогнать всю систему охлаждения и так далее, и так далее. И после этого только я поехал, чтобы посмотреть, недели там ничего не потекло, трубки не погнили, не полопались. Все в порядке, слава богу, это хорошо. Ну а так, все норм, затестил, покатался, сами видели, в принципе, это все радует. Что хочу сказать, я заказал на него новый пластик, классный, в черной расцветочке, там вообще бомба, трековый. Этот, естественно, я буду продавать. Я, наверное, этот видеоролик точно так же использую в целях, как бы, для продажи, естественно. Здесь есть один косячок, мы сшивали вот здесь, но это все неплохо выглядит. И там где-то сбоку с левой стороны тоже я закрыл поворотником, тоже сшили кусочек. Все, ну и... По-моему, здесь, здесь, да, мы чуть-чуть его подпаивали, подклеивали, точнее. Все, здесь была подклеечка, ничего такого нет. Подкрасили, все красиво, как сами видите, визуально вообще топчик. Все, вот этот пластик уйдет у нас за 6000, кому нужно будет, на ZX9R от нулевых до 3-го года подходит. Абсолютно под все модельки. Поэтому вот как-то так. Так что, я вам скажу так, где-то через месяц будет очень крутое преображение данного мотика. Ой-ой-ой, какое будет преображение. Поэтому обязательно подпишитесь, наблюдайте, потому что будет вообще топчик. И контент будет немножко другой. Так что, как-то так. Ну а самое главное то, что сезон открыт. И мы готовы писать новые видосики. Ух, какой вас ждет контент. Немножко другая рубрика будет. Но она будет. Погодка, конечно, такая себе на ближайшие дни, но ничего. Нам главное плюс 10, без дождя, и можно выезжать, вообще делать любой контент. От вас требуется только подписка, лайк, комментарий, поделиться этим видео с кем-либо. Чем больше мы шарим контент, тем больше аудитории, больше мотивации что-то делать. Если вы не здесь, то вы нигде.